Здорово, чуваки! Вот мы и встретились лицом к лицу. Скорее всего, наши топы теперь будут выглядеть так. Но не будем о плохом. Итак, предлагаю вашему вниманию топ-5 игр для двоих и более. Часть вторая. Итак, ковбои, приготовились. Внимание! Бам! Именно так называется игра для двоих, расположенная на 5-м месте. Ready, Steady, Bang — это настоящий дуэль, в котором по команде тебе предстоит топнуть быстрее соперника, чтобы совершить смертоносный выстрел. Сложность в том, что команда выстрела звучит не на раз, два, три, а когда игра того пожелает. Вас просят приготовиться, сосредоточиться, внимание и... Бам! Твою мать! В общем, выбрав количество раундов, вы с другом сможете проверить, кто же шустрее. Кстати, игра является дополнением к Ready Steady Play, в которой на твой выбор предоставлено множество мини-игр. От тира и родео до забавного раннера и рулетки. Тоже попробуй! Именно таким тенором тебе предстоит звучать в King of Opera. И не только тебе, но и четверым твоим друзьям одновременно. На арене театра может быть только одна оперная звезда. По этой причине тебе предстоит выталкивать коллег по цеху прямиком за трибуну. Чем дольше артист, находящийся под прожектором, исполняет песню, тем больше он набирает очков. Каждый певец вращается вокруг своей оси. И только вовремя тапнув по единственной клавише передвижения, ты сможешь задать правильное направление. Борись за свою славу в 5-игровых режимах. Избегай тенора быка и стань королем оперы. Если ты настоящий мужик, ты должен уметь постоять за себя хотя бы в андроид-игре. UFB2 предоставит тебе возможность начистить рыло своему другу. Ух, как давно я этого хотел! В отличие от первой части, о которой ты наверняка ни хера не слышал, в этой добавился режим карьеры со всякими бонусами и мини-играми, так сказать, для разогрева. Основным же преимуществом, как всегда, остались совместные сражения, реализованные за счет свайпа. Победителем становится тот, кто первый совершил смертоносный рывок от стенки в сторону противника и попал по нему, преодолев большую часть расстояния арены. Также на арене будут попадаться разнообразные бонусы, способные изменить итог сражения в одно мгновение. Ты ведь знаешь, что в хоккей играют только настоящие мужики. Так вот, у тебя есть возможность провести с другом время на катке в эти жаркие летние деньки. Заодно проверить, у кого же тут есть яйца. Итак, ты наверняка слышал про Ice Rage. Если нет, то ты многое пропустил. Тебе с другом будут даны по одному полевому игроку и вратарю. Вратарь будет автоматически пытаться ловить шайбу, тогда как тебе предстоит сражаться на катке, сбивая противника с ног и пытаясь забить шайбу в ворота соперника. Перемещение выполняется за счет стандартных свайпов в углу экрана, а удар будет тем сильнее, чем дольше ты зажмешь клавишу A. В игре превосходная анимация и харизматичные герои, а совместные баталии с друзьями ты не забудешь надолго. Ну и последняя игра в нашем топе переводится как «Не ведись на дырку». Я знаю, о чем ты подумал, но цель данной игры — просто не попасть в пропасть. В Don't Fall in the Hole бои проходят пошагово. Задержав свайп позади пушки, ты совершишь выстрел, а свайп в противоположную сторону совершит передвижение вперед. За счет этих несложных махинаций и разнообразных бонусов ты будешь пытаться столкнуть противника в пропасть. Особого веселья добавляют присоски, шары для боулинга, динамические карты и прочие особенности героев и уровней, которых тут, кстати, 6. А еще в игре 15 видов персонажей, десятки видов огнестрела и возможности игры до 4 игроков. Так что навстречу веселью. А главное, помните, друзья, что бы ни случилось, не ведитесь на дырку. На этом наш топ подошел к концу. Так что не забывай подписаться и поставить лайчик. Ведь я так старался. А по этим ссылкам можешь посмотреть наши предыдущие видео. Это был обзор от mob.org и я, Трэш. Увидимся.